Нужно продолжить переговоры. Чего ты хочешь от меня? Хочу, чтобы дали электричество. Ты чего-то хочешь от меня? Думаешь, убив человека, можешь ставить мне условия? С чего ты взял? Ты решил, что знаешь меня? Что можешь доверять мне? Решил, что знаешь заранее, как я поступлю, что я дам тебе время? Напрасно надеешься. Сейчас я единственная преграда между тобой и спецподразделением, которому просто не терпится тебя прикончить. Так вот, что скажи мне, Дэнни, почему я должен им мешать, а? Объясни, зачем мне вообще еще раз нужно с тобой общаться? Есть еще заложники. И они могут быть наказаны за твои ошибки. Это угроза? Ты угрожаешь? Я просто повернусь и уйду. Главное правило переговоров – никаких силовых действий, если террорист готов убивать заложников. А я уже доказал, что способен на это. Все совсем не так, как кажется. Ты видел, что они сделали? Они не сказали тебе, что я нужен им не живым, а мертвым. Выстрелишь еще раз, и я лично отдам приказ о штурме. Ты это понял? И не думай, что приобрел мои симпатии, пригласив меня сюда. Ты не должен забывать, я для тебя чужой. И ты не догадываешься, на что я способен. Электричество мне нужно, чтобы покопаться в компьютере, в файлах Нейбаума. Еще мне нужна еда и одеяло для заложников. За это отдашь заложника. Фрост твой. Включите свет. Пожалуйста, повторите. Я выйду отсюда с заложником. Возобновите подачу электричества. Выполняйте.